Интересует эзотерика, с чего начать? А начать необходимо вам с моей первой ступени эзотерической школы Кайлас. Как ее вам приобрести или что необходимо делать? Она есть сейчас в двух вариациях. Первая бесплатная. Она находится на YouTube-канале Андрей Дуйко, официальный канал. Как на него перейти? Если вы перейдете на мой канал в ТикТоке, там есть кнопка YouTube. Нажмите, перейдите на мой канал. И там в поисковике напишите «Первая ступень школы Кайлас. 78 занятий». И не торопясь, начинайте слушать. То есть то, что я вам говорю сейчас здесь, я рассказываю там. Почему не хватает денег, почему одним везет, а другим не везет. И что такое по-настоящему эзотерика? Я обычно говорю, эзотерика – это наука, которая способна объяснить, почему одному человеку везет, а другому человеку тотально не везет. И эзотерика помогает человеку изменить всего лишь элементы везения. То есть условно можно сказать, эзотерика – это наука, которая управляет тотальным везением, а везение помогает человеку быть счастливым. Знаете, чем отличается богатым от бедного? Богатому больше везет. А с хорошей семьей или с плохой? С хорошей больше везет. Хорошая женщина или хороший мужчина? Ну, то есть вот, а объяснить везение с позиции чего-либо возможно? С позиции математики нет. С позиции физики нет. Физиологии нет. Каких наук? А кто может сказать, что везение не существует? Скажите мне. Вот говорят, эзотерики не существует. Скажите, везение существует? Да. Объясните, почему одному везет тотально. Знаете, есть люди, которым тотально везет. Вот я человек, которому мега хорошо везет в жизни. Есть люди, которые делают один шаг вперед и потом 30 шагов назад. А я тот человек, который делает шаг вперед и 100 вперед. То есть только стоит подумать, сразу же все получается. Только захотел что-то сделать, сразу же получается. Вот легко. Легко предпринимаю, легко создаю, легко выступаю, легко говорю, легко общаюсь, легко. Это всю жизнь так. А брат у меня другой. А у брата наоборот. Ему всегда тяжело. Он шаг вперед, 10 назад. И вот если я делаю, о, супер, все, делаем. Сегодня уже заказали, завтра произвели, послезавтра продали. А там, допустим, когда-то пробовал делать бизнес совместный такой. И давай сделаем. Нет, не получится, зачем нам это нужно и так далее. То есть он уже делает шаги назад. И я когда-то подумал, наверное, есть в этом какая-то идея. И начал, как человек, который занимался в свое время наукой, начал к этому относиться как гипотеза, создавая определенные, по моему мнению, эксперименты. То есть я пытался путем экспериментов, выводов, анализа большого количества людей, пытался объяснить себе, есть ли закономерность между людьми, которым везет, и людьми, которым не везет. И за счет этого создалось эзотерическое учение, которое я назвал эзотерической школой Кайлас. Вот.